Детство у меня было вполне себе обычное. Быстрее! У нас мало времени. Родителям не терпелось выпихнуть меня из дома. Тебя ждет великое будущее. Серьезные авансы для 8-дневного младенца. Однажды я узнал, что подобное произошло и в другой семье, в квадранте Глупункт. В тот день я и познакомился с этим ушастым панькой. И был дан старт нашему блистательному соперничеству. Наши битвы становились изощреннее. Сама справедливость попала в капкан. Справедливость не удержишь. Некоторые выигрывал он, другие почти выигрывал я. Он взял себе имя Мачо-мен. Я выбрал кое-что поскромнее. Мега-мозг. Сногсшибательный мастер злодейства и преступлений. А ну-ка, все руки вверх. Да, Мачо-гран. А я люблю тебя, прохожий! Сражение между добром и злом! Мегамозг расплавит ваш мозг! Ты в последний раз слышишь, а? Роксане Рике! А? Не паникуй, Рокси! Я и не паникую! Я прилечу скоро! Оу! У меня от страха вспотели пятки, в сапогах из кожи теленят! Твои планы не срабатывают, ты слишком предсказуем! По-твоему, это... предсказуемо? Аллигаторы, да. Угу. Именно о них я и думала. Бублик просто в глаз. Ребячество. Как страшно! Уже было. А штуковина позади? Пошло. А как тебе это? Дешевка. А паук что-то новенькое. Паук? Да. Пау-вау-вук. Малейший укус арахнис смертикус вызовет немедленный паралич. А! Хватит! Мегамозг от студии DreamWorks, а также в 3D 5 ноября 2010 года.